Ну, серьезно так. Затягивает корабль в порт. Получается, опустил паруса. А этот какой-то, наверное, я не знаю, какой-то угольный кораблик затягивает. Это внутренний залив Виктории. Такие вот плавучие домики. Тут даже в яхтах он живут. О, блин, в говно влез чаек. Ну ладно. Он, получается, домик такой вообще интересный. И люди вот так вот живут тут круглый год. Ну, это такой хитрый, он типа как бы и лодочка, и дом. Так он постоянно шатается, он как-то не сильно закреплен. А вот тут домик закреплен. Вот там больше яхт и домиков. Вон там тоже интересный домик. А классно сделана дорожка, вот деревянная, прям вдоль океана. Ну, точнее, залива океана. Так прям аж в центр города идет. Ну, где-то минут 35-40 идти. Ну, медленным шагом. Вот тоже прям на воде домик. Очень классно. Там на той стороне вообще там такие трехэтажные домики даже на воде. Вода вот чистая, вообще красивая. Мне вообще здорово. Октября плюс 20 градусов тепла. Вот. В рубашке с коротким рукавом и в шортах, потому что тепло. Намного лучше, чем в прошлом году. Вообще интересно. Ну, прошлый год понравился, но этот прям вообще. Вот еще домики на воде, там вдали стоят.